К другим темам. В республике продолжается реализация федеральной целевой программы самозанятости безработных. В ее рамках единовременные пособия на развитие собственного дела получили уже несколько тысяч жителей республики, что в том числе помогло снизить уровень безработицы в Кабардино-Балкарии до 11 тысяч человек. Как работает проект в Лескенском районе, знает Инна Богатырева. В коровнике Бадынога Гитажеева сегодня 10 голов КРС. Плошь и бычки на откорм. Так фермер решил еще в прошлом году, когда воспользовался помощью государства. 58 тысяч рублей – сумма, предоставленная центром занятости, хоть и небольшая, признается Бадынога, но вкупе со своими сбережениями на открытие собственного бизнеса хватило. Если бы мне не помогло государство, я не смог бы начать разведение бычков. Сейчас их у меня в коровнике уже много. Недавно еще несколько их купил. Кормлю. Если бы не мои бычки, я бы не смог высадить и столько яблонь. Сад для Гитажеева – особая гордость. Саженцы, как и материалы для строительства дома, куплены на вырученные деньги от продажи бычков. Практически в одно время соседом субсидию получил и Роберт Кирефов. Тогда еще безработный молодой человек, не найдя профессию по специальности, решил раскрутить свой маленький бизнес. Когда я получил денежные средства, я сразу заказал цыплят в размере 3000 кучинские. И заказал корма. И у меня здание было, дробилка все есть у меня. И сразу у меня проблем не было. То, что занятие птицеводством принесет неплохие плоды, начинающий бизнесмен предполагал, но успех превзошел все ожидания. Дела у Кирефова идут в гору. Таких предприимчивых сельчан только за прошедшие 2 года в Лескенском районе оказалось более 300. Тем предпринимателям, которые зарегистрированы были в 2009, 2010, 2011 годах, и тем, которым мы оказали материальную поддержку, если они изъявляют желание создать рабочие места, мы можем направить около 16 безработных в этом году. Заработную плату в течение года выплачивать обязуется районный центр занятости. На сегодняшний день здесь на учете состоят 650 человек, по большей части молодежь. Инна Богатырева, Иван Евдокимов, Юрий Искандеров, Вести, Кабардино-Балкария.